Всем привет, с вами Никум, и сегодня я хочу порассуждать на тему AirPods, которые действительно стали одним из лучших продуктов за все время существования Apple. Хотя прошло уже больше года со времени их релиза, у них до сих пор нет достойного конкурента. Многие компании представили свои компактные беспроводные наушники, однако в данном форм-факторе AirPods нет равных. На презентации iPhone 10 Apple сообщила нам о том, что они собираются обновить кейс для наушников в начале 2018 года. Кейс получит поддержку беспроводной зарядки. При этом известный аналитик Ming-Chi Kuo из компании KGI Securities считает, что во второй половине 2018 года Apple выпустит вторую версию AirPods, то есть помимо кейса обновят и сами наушники. Данная новость немного огорчила меня, так как я только дорвался и приобрел свои AirPods. Функции у наушников хватает, однако новые тоже не помешали бы. По словам аналитика, новые наушники получат множество нововведений, но изменения будут касаться лишь технической составляющей AirPods. Другими словами, дизайн останется прежним, и на том спасибо. Какие именно нововведения появятся в AirPods 2, аналитик не сообщает. Однако ранее в сети появлялась информация о том, что Apple планирует увеличить время их автономной работы, повысить качество звучания, а также сделать управление более функциональным. Над управлением стоит поработать, так как сейчас на наушниках невозможна регулировка громкости. На данный момент сделать погромче или потише можно с помощью Siri или Apple Watch. В крайнем случае можно и iPhone из кармана достать. Более того, в июне 2017 года Apple зарегистрировала патент, описывающий систему миниатюрных биометрических датчиков. Если эти датчики встроить в AirPods, наушники смогут отслеживать пульс пользователя. Получится уже некий фитнес-трекер в ухе. Официальный анонс новинки состоится в сентябре 2018 года вместе с новыми смартфонами компании. Цена останется на прежнем уровне, то есть купить их на старте продаж в России покупатели смогут за 11 990 рублей. Я думаю, это вся информация, которая известна на данный момент. Для того, чтобы узнавать о новостях оперативней, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании. Спасибо за просмотр, пока!